30 мая в реке Луга напротив дома номер 5 по набережной улице утонул 6-летний мальчик. Правоохранительными органами установлено, что мальчик гулял вместе с другими детьми на детской площадке без присмотра взрослых, а затем вместе с другом отправился купаться на реку, где и произошла трагедия. Еще раньше, в феврале этого года, двое детей, сестра и брат, были госпитализированы после пожара в квартире, где тоже находились без присмотра взрослых. Установлено, что пожар в квартире произошел в результате неосторожного обращения ребенка с огнем. При пожаре мальчик погиб. Учитывая указанные трагические случаи с детьми, которые произошли ввиду оставления детей без надлежащего присмотра со стороны их родителей, и то, что сейчас проходит пора летних каникул, предостерегаю родителей о том, что в летний период времени необходимо обеспечить контроль за времяпровождением своих детей, несовершеннолетних, принять достаточные меры по организации полезной занятости учащихся. Обращаю внимание родителей на необходимость принятия достаточных мер по обеспечению безопасности своих детей. Это соблюдать требования пожарной безопасности, не оставлять детей без присмотра взрослых, располагать информацией о местонахождении своего ребенка в течение всего дня, обращать внимание на окружение детей, знать адреса и телефоны их друзей. Отсутствие должного родительского контроля за детьми может стать причиной чрезвычайных происшествий. Помните, что согласно статье 63 Семейного кодекса Российской Федерации, родители несут персональную ответственность за жизнь и здоровье своих детей. Инструментом практического решения многих вопросов в сфере детства является родительский контроль за поведением и свободным времяпровождением своих несовершеннолетних детей. Ребенок должен находиться под контролем, заботой, вниманием своих родителей постоянно. При этом родителям нужно поддерживать связь с детским садом или школой, где учится ребенок, интересоваться его обучением и поведением.